Get the Alpha, be the Alpha. Третий минор сезона продолжается в хорватском городе Сплит. В отеле Meridian Love Love продолжается. У нас матчи плей-оффа, полуфинал, второй полуфинал виннеров. Первый, напомним, Liquid выиграли у Ньюби. Liquid уже в финале виннеров. Ждут победителя этой пары. Играет, опять-таки, европейская команда против команды, хотя правильно, наверное, все-таки СНГшная, потому что Virtus.pro СНГшный регион представляет. Квалы от СНГ они выиграли. СНГшная команда значит, против китайской. СНГ. СНГ, да. И 1-0 пока в пользу Vici Gaming. Давайте смотреть вторую карту, драфт уже идет, и как, Бистмастер! Как же все меняется? Как он попал сюда? В смысле, как? Он... Ты видел, что он сейчас будет творить? Да, я знаю, что он будет сейчас творить. Он же рвань твой. Ну, он обычно находится вот там левее, где баны. Вот там я его наблюдаю часто. А вот такой вариант я крайне не ожидал увидеть. Вот Бистмастер. Undying. Вот ты часто видел, чтобы Undying выигрывал? Да сегодня выиграл, по-моему, какой-то Undying. Лил на Undying, не, проигрывал Лил на Undying. Да нет, наверное, выигрывал когда-то. Я не припомню, чтобы вот Undying выигрывали. Ну, герой классный, на самом деле, просто что-то... Ньюби пикают и проигрывают с ним. Азиатские коллективы любят с ним поиграть, ну, но ВП, да, сегодня с Варлоком Undying подпроиграли, не вышло у них немножечко. Ну, такое... Очень часто привязываются к этому Undying. Да, от него вроде бы отталкиваясь, можно там надрафтить совершенно различные варианты, но я скажу, личный мой опыт, Undying выигрывает не очень часто в этих вот... Не очень часто. А вот Witch Doctor Doom, отличный распик от ВП. 5-4, начинаем с этого, а потом уже будем наблюдать, там, что дальше произойдет. Ну, да, там и Биста можно будет подъесть, то, что он будет... спаунить. Бист будет крутой. Бист будет, на самом деле, очень крутой. Тут бист будет много чего. Ему неприятно будет. Каски те же по животным. Плюс Doom. Бисту будет порой неприятно. Вот если там выходить на Вич-Доктора и Дума какого-нибудь, то все может быть. Так, еще у нас по одному, соответственно, два бана у Вичи. И один у ВП. Так, предпоследний бан. Вичи Гейминг. Кого будут выбирать? Убрали ПЛа. Да, был интересный ПЛ в оффлейне от ВП. Возможно, именно этого повтора и опасаются. Сейчас Вичи. Да, ПЛ страшный, действительно. И хорошо его исполняли, что в прошлом, что в этом патче Virtus.pro. Поэтому, наверное, правильно то, что его прибанили. Ну, совсем неприятный парень. Гирокоптер. Вчера был в пике гирокоптер. Подожди, не так все смешно. Вчера он был в пике. Ну, на этом мы его больше, в принципе, не видели. Кроме того, что его там пикнули где-то. Еще Enchantress. Это фармящий Doom? Оффлейн Doom? А тут два варианта. Нет, это инча для Паши. Слушай, Паша будет на инча. Они же так играли не один раз. Почему бы и нет? Ну, смотря что... На самом деле могут еще поменяться, учитывая то, что следующий пик и у Вичи. И можно будет подстроить лайн. Хотя можно просто поменяться сторонами, они как вариант. Они и так играют, но 99,9% это оффлейн инча для Паши, это стандарт ВП, Doom для Лила, Вич-Доктор для Лехи. Все тут абсолютно все логично. Я не думаю, что они что-то будут придумать. И Undying, и Бистмастер ничего не делают Enchantress. Вот вопрос тогда по поводу Undying. Хороший герой. В Доту 2 Дикей бросает. В Доте много героев хороших. Там снайпер кидает шрапнели, к примеру. Или сколько их там? 115. Все хорошие герои там все умеют. Да, там минки другой ставит. Там. Снайпер кидает шрапнели. Да, шрапнели. Я вот в этом твоем фразе почувствовал камень в огород Романа Резолюшена. Вот я почувствовал нотку недоверия. Какой? Ладно, мне показалось. Хорошо. Нет, по поводу Резолюшена ничего. Как бы Резоль свое дело знает, да. Apparition от Вичи. Yes, ну, напрашивался само собой, но мне кажется, ВП сейчас просто заставляют Вичи вот немножечко в этот драфт проиграть. Ну, не верю я просто вот в этого Undying с аппаратом, Бистмастером. Да. Ну, Queen of Pain для ВП, тут все очень просто. Сильнейший, один из сильнейших персонажей для Ноувана. Ну, у него, в принципе, все идеально. Да, он на всех героях умеет и любит, это факт. Да.
Даже прошлую Мирану, если мы вспомним, там от Мираны столько ДПС заходило. Да, Мирана, конечно, была опасной. Ну, убивала там не хватило глобально, да, но на самом деле там было дело далеко не в Миране. Конечно. Ну, антимага там просто было очень сложно забили, как-то зафиксировать, законтролировать. И сыграли фактически идеальный матч с точки зрения протект нашего главного пацана. Да. Ну что, и в этом плане они хороши. Пуск у нас в пике. Я боюсь того, что Вичи сейчас попробуют сыграть вновь в 4 плюс 1. А это может быть 4 плюс 1. Ну, ты уверен, что последним пиком будет хардкерри? Ну, вот антимага забанили. Фантомка. Что еще? Фантомка вряд ли. Пейла также есть. Ну да, тут уже... Из вариантов остается не так много. Не но самый они явно лучший. Хотят хардкерри, это точно. Вот какого-то прям серьезного, такого ломающего кэрри. Ну и кого тогда брать? ТБ не очень, там какие-то каски залетают, тебе дум дают, и Сандра никого не нажмешь. Нет, ТБ не то. ТБ не то. Башка, ну, что-то такое, что дума не особо боялась, лучший. Антимаг. Вот-вот, антимаг в бане там. Сами забанили Вивера, значит, не хотят Вивера. Вивер сейчас жутко неприятный. Да, Вивер, в принципе, всегда был неприятен, особенно в таких героев, как, конечно, Паришин. Там без мастера забегаешь, набрасываешь жучков. Слушай, задумались Вичи Гейминг сейчас сами, так же, как и мы, так же, как и Virtus.pro, на тем, что же. А тут просто вот смотри, герои, которые вот реально могли быть, они там где-то в бане. То с одной, то с другой стороны, и все-таки они что-то... Лайфстилер. Окей, инфест-бомба есть. Это хорошо. Даже две инфест-бомбы. Через Бестмастера тоже можно. Да. Через Кабанчика там, либо кого-нибудь другого. Через все подряд. Через Птички. Мы уже видели инфест-бомбы через Пенькового Nature's Pro. Да, от Профета мы также видели инфест-бомбу. Хорошо работает на самом деле. Ну, мало кто ожидает, что вот тот Профет, который отправляет Пеньков, постоянно будет себе иметь лайфстиллер. Последний пик от ВП. Я по-прежнему думаю, что ВП вот этими вот первыми пиками заставили взять какого-то Аппаришина. Просто вынудили потратить пик. Может быть. Но хотя ты знаешь, Аппаришин против этого, он же смотрится на вообще великолепно против Вичдоктора, против Энчантра с первой очереди. Сикер тоже хорошо против Антимага смотрится. Ну да, но тут видишь, проблема с Инчой то, что вот да, ну Лайфстиллер там может с ней как-то по чуть-чуть справляться. Но не начальник Лахпак может. А, вот. Под Аппаришином все намного проще. Все в разы проще. А что вы помогут взять себе следующим? Давай, Виталий, ты как знаток Virtus.pro. Думаю. Рамзик. Блин, вот сложный выбор, опять-таки, слишком много банов. Да, вот все, что вроде бы там как-то могло намечаться, оно в бане, да. Почему наш плакат висит не с той стороны? Там, где все герои, да? Да, где все герои, чтобы я их видел. Я их сейчас не вижу, и поэтому я думаю, блин, будет какой-то еще стрёмный пик, на самом деле, мне кажется. Terror Blade. Нет, мне не нравится этот пик. Почему? Сандер в лайфстиллера, то мало хп, две тычки умирает. Под ульту квапы умирает. Под Дум умирает. Не знаю, не могу объяснить, мне не нравится этот пик. Агрессивная довольно стратегия у ВП. Ну, Вичи также. Смотри, все-таки Лил четверка, Паша тройка. Ну, это понятно, Лил на Энчантре четверка, простите, уже заговариваюсь под ночь. Лил на Инче, я думаю, что Паша будет 100% на Инче, они поменяли свою стратегию прямо по дороге. Я уверен, что изначально был план именно Пашу отправлять сложную на козе. А вышло немножечко не так. Интересная вторая карта будет. Классные пики. Все-таки 6 банов, блин, слишком много. Реально, половину стратегии. Руин. Это мы сейчас говорим об этом, потому что не было ранее такой возможности наблюдать, что же там будет, когда плюс один бан добавится каждой стране. Еще немного времени придет, мы к этому привыкнем. Да, мы это привыкнем, но, блин, тут на самом деле все очень сложно. Ну, для команд в первую очередь, да, все-таки и патч, там, другие герои, нужно еще вспоминать, там, что кому поменяли, если про кого-то забыли, плюс еще и бан добавляется, явно неудобство, пока команды испытывают серьезные. Ну, и пройдемся по игрокам. Соло играет на Вичдокторе, Рамзес на Террорблейде, No One, на Queen of Pain, Паша на Enchantress и Лил на Думе. По
Корпорация Lifestealer Ланем сыграет на Андайнге, Фенрир пятерка Apparition, Ори в миде опять на паке, и Левен будет играть на Бисмастере. Это один из известных его героев, скажем так. Часто он на нем отыгрывает. Но после патча это все же немного другой. Да, немного другой. Товарищ. Действительно, немного другой. И, ну, будем смотреть, как это будет выглядеть. Так, Паша задетектил всю команду Вичи. Ну, все, можно идти забирать вражескую руну. Здесь все просто. Все-таки опять посвапались. Паша все-таки на инче дурит меня. Вот это называется, у тебя есть шмотки на инчу? Серьезно, это же так и выглядит. Ты думаешь, что там вот этой супер-морталки за 3 цента нет? Ни у кого, кроме Паши. Ну, у кого-то там есть еще какие-то. А что ты думаешь, они просто так свапаются? А, да они все так свапаются. Есть у тебя шмотки на дома? Давай. Они соперника заставляют. Да, конечно, раз. Конечно. Прям все поменяется. Ну ладно, да. Хорошо, все. Уговорил. Все из-за шмоток в этой игре. Ты же, ну конечно. Это вообще не обсуждается. Ори улетает. Отличный бесплатный телепорт все, в начале игры. О, что-то тут задумал, ребята. Так, Ланем похож на какого-то гриба ходящего. Ушел отсюда. Это пират. Это гриб. Гриб-пират? Просто гриб. Гриб в шляпе, вот пиратская, да? Да, гриб в пиратской шляпе. Это точно те грибы. Да, видишь, ну, обычно. Соло я не знаю, что там делал. Улетает. Умирает. Он проверял. На ман разводил. Да, ясно. А, проверял действительно что-то соло, ладно. Пусть так и будет. На самом деле это была попытка такого внезапного ганга в мид. И попытка убийства Ори, ну, возможно, даже не на Ори, а на саппорт. Они, я думаю, предполагали, возможно, что плюс да, один да, будет. Да. Напасть вот на зомби, убить, это хорошая была бы идея. 3 в 1, зомби не самый быстрый. Паша. Больно, Паше придется выпить фласку здесь. Далеко зашел, и вот такой минус хил в начале игры неприятно. Так, папарацци будет стоять в легкой фармить против Паши. Ну, Паша, понятно, в лес пойдет, кого-то возьмет, там будет получать экспо, особо мешать папарацци он не будет. Но потом выйдет на линии, ему тоже мешать не будут. Вопрос тот, что будет делать против Рамзеса. Вот это интересно. Ланем здесь вместе с Элевеном. Как будет качаться Элевен, как будет выглядеть этот бисмастер вообще. Вот это интересные вещи. И за этим, конечно, хочется следить, потому что тут, конечно, много чего нового можем увидеть. Соло с Ланемом. Здорово. Ну, тут Ланем, мы видим, да. Говорит, Соло, братан, у тебя меньше 500 здоровья. Чего ты вообще от меня хочешь? Ну, Ланем, конечно, сапожек купил, позволяет тебе такие вольности. Постоянно пытается он Соло с руки прохарасить. Соло приходится еще использовать свой хил. Для того, чтобы восполнить свои ХП. Ну и Рамзес пытается там как-то своровать немного крипов у соперника. И это получается. Пока что Lifestealer и Terror Blade топ-1, топ-2. По добитым крипам. Да, в миде No One пока наравне стоит. 7-3, 7-4. Все спокойненько. Очень равная игра. Ну и примерно равно линии сейчас стоят. Там 2 на 2, 1 на 1. Ну, разве что на топе. Там 2 в 1 против Enchantress. У Вичи так попытка выйти на Соло. Ой, Соло, по-моему, не туда повернул. У Соло 250 здоровья осталось. 270, окей, он прячется подальше от Элевена. Ну и тут, по-моему, беда. ТП аут. Не успеет. Слишком много урона. Слишком мало ХП. Да, действительно, слишком мало ХП. И тут толком не уйти было. Ну вот в итоге мы видим, что заканчивается это печальненько на самом деле. А Рамзес гонит. Ну не пробить его там. Армора достаточно. Ну ты знаешь, еще бы какой-то один дикей. Побежали бы дальше. И, может быть, и загнали бы. Соло здесь бы сложно. Сложно будет как-либо помочь против Ланема на ранних левелах. Зомби очень сильные. И стоять против него неприятно. Ну да, в этом плане ВД против Андайнга жестко проигрывает. Пару дикеев словил, уже стоять на линии не можешь, приходится отходить. Нужно ждать, пока спадут стаки, а по сути-то Вич-доктору по началу игры, вот кроме такой помощи, нет места на карте. Тут попытка прохарасить папарацци по максимуму. Ну ты знаешь, если они сейчас будут выбегать, просто вот это Лил, который любит кушать своего вот этого глиняного голема, и Паша, который переманивает такого же, когда это все движуха выбегает, там дает тебе 52 стана, папарацци выходит Лил. Пугает пока он на Lifestealer. Ну а здесь Ланем. Страдает Ланем, но есть Soul Reap, и уходит он целый невредимый. Много крипов здесь было. Повезло, Ланем успел подхилиться. Да, попытка убить на топе Фенрира. Фенрир поставляется. Лил. Лила могут сгрызть. Папарацци. Погибает первый Лил Фенрир. Лил очень жирный под землей. Должен еще пожить немножечко. Папарацци до конца за Лилом. Земля закончилась. Бедный Лил. Ну и папарацци сейчас. Ничего не сможет сделать. Рейндж, папарацци. Бум. Нет, так не работает система. К сожалению.
клэп только засловить. Ланем. Ланем следующий. Ой, Soul Reap, хорошо, соло, тычка залетает, Ланем выживает здесь. Супер, Лоуна выживает и уходит также Eleven. Как же хорошо все сделали здесь. Два игрока китайского коллектива, и мы видим, не смогли забрать open фраг в Virtus.pro на нижней линии. Форма Рамзеса осталась без фрага. Очень быстро да. Бестмастер себе наметил некрономикон, и ух, новый некрат тоже хочется посмотреть. Все хочется. Пока дефолт такой у нас бист получается. Хотя нет. Там животное в 2 уже. Соло подбежал. Тут Eleven не боится его пока. Абсолютно не боится. А под тавром не будут? Нет, формы нет, к сожалению, да. Зачем? Вот если бы форма была, можно было бы забирать пытаться. Левна пока он один, без андайинга, без кого-либо еще плюс. Файзы появляются с тем временем у Паши. Быстрее, веселее у нее движуха. Сейчас пойдет. Ну и на самом деле правильно, что быстрее и веселее. Ну смотри, папарацци, при том, что очень неприятно ему находиться на этой линии, все равно находится в топ-1 по добитым крипам. Да, там использует фласки, подхиливается, но при этом первая позиция его. Папарацци, агрится на Пашу. Так, ну Алил, вот далеко Лил. Паша, если переживет здесь рейдж, еще Ланем. Нет, Ланем. Не переживет рейдж, все нормально. И у Лила огромные проблемы. У Лила огромные проблемы, ставится тамба. Лил понимает, что надо бежать отсюда. Фенрира ему не забрать, до конца за ним. Нет маны у папарацци, поэтому выживет Лил. Но Пашу пока сгрызает без проблем. Ластиллер хороший был выбор. Прекрасно понимали, что придется стоять против этого антачебла. И любой стандартный керри может страдать. Поэтому нужно как-то придумать героя, который страдать не будет. Но он против Ори в миде продолжается. Битва 17-9, но он ее выигрывает. 28-13 у Нуана. Ори 17-9. Ну и смотри, у нас в центре ситуация 1-1. Такое бывает очень редко. 5 минут игры, но Нуан в сайленсе. Нуан. Есть блинк, есть блинк. Да, уйдет отсюда. Ну, до конца выманивал на себя, но в итоге там шрайн есть. Ланэм, больно Ланэму, танцует Ланэм прямо перед лицом у Лила, тут уже папарацци, и Лила сейчас заманили, по-моему, Фулфит, Лил, да, подставляется. Это, конечно, фейл от Лила, он очень хотел убить. Заигрался. Заигрался немножечко, да, забежал слишком далеко Илья, и убили. От большого желания, ну, был бред, вот понимаешь, вот таунтит этот бежит перед тобой, типа, иди сюда, и ты такой, сейчас. Ну, на секунду, сейчас я тебе объясню. Твой товарищ на Enchantress стоит на линии и не видит больше лайфстиллера. Он внезапно исчез. Ну да, ладно, ничего страшного. Дум не такой уж большой левел. Втроем там его убили, небольшая проблема. Хотел как лучше, ну чуть-чуть не вышло. Ничего страшного, получится потом. Это проблема для Дума, просто он сейчас там не получит это экспириенса немного. Попытка еще одна выйти на Пашу. Есть дримкойл, будут ли его тратить? Да, дримкойл, сайленс. Паша, арба и будет разрывает ли? И есть, ну нет. Колдфит. И через рейдж. Папарацци. Доминейтед. Слушай, пока все очень хорошо у папарацци, все очень плохо у Паши. Очень редко мы видим матчи, когда у Паши не удается старт. Ну так и должно быть, на самом деле. Да, 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 его действительно должны тут гнобить. Вот лейт, я считаю, что у ВП есть шансы, потому что это будет хороший кайт для лайфстиллера. Гуль не может ничего сделать, когда там в лейте какими-то пиками, через скади и прочее-прочее, через формы те же. Его просто там кайтят через блинки и... Арзес идет на фраг, вот Eleven понимает, что что-то здесь не так, он не видит Лила, вот так вот, Infernal Blade, ну и уйдет Eleven отсюда, ну это такая себе попытка, Лил, дальше нельзя идти. Ну отогнали, отсюда забрали фарм, так, тут на шрайне. Да ненадолго его забрали. Ланэм, боже, какой классный крип бодиблок, отпускает Лила. Ну, попытка еще подраться, подожди. Не, не достанет. Eleven. Рора. Ну поразвлекали, окей. Непонятно, почему до Рамзес бегал. Хотели убить. Тот же килл для... Как бы они его убили? Террорблейда. Ну, пятый левел Террорблейд. Никак. Убивать? Нечем. Нечем, согласен. Если бы там внезапно тоже из инвиза, еще куда ни шло. Но так это сложно сделать. Ори, как же плохо он начинает каждую игру, а? Есть такое дело, на шестом, на пятом месте по нетворсу. Что ж он так миды-то проигрывает? Папарацци видит его на ван. Покричали. Папарацци прогоняет Нунчика. Нунчик иллюзию одну вызвал, которая... Побьет тут немножечко этого лайфстиллера. Левен, ну неприятно здесь. Ну неприятно, но не смертельно, как говорится. Все нормально. Так, Бестмастер. Ну тут накапливает ресурсы. Много нужно всяких шмоток прикупить. Так, а здесь смоки от Вичи. Попытка выйти на бот. Будет ли кого-то цеплять. Поставили вард, хорошо, есть вижен. Ланэм. Вместе с Ори. Так, Лил выход на Eleven. Eleven получает каску. Eleven очень больно. Нужно использовать Рор. Не будет Рор, не будет Рора.
Рамзес. Сайленс. Минус Рамзес. Очень быстро погибает. Соло следующий. Ну, соло пока живет. У него есть хил, но пак. Есть еще стики. Соло. Соло. Соло по-прежнему мансит. Соло на последний удар. Тычка летит. Соло выживает. Соло выживает. Минус лил. Да, это минус 2. Это минус 2. И ничего не могут сделать ВП. Вообще ничего не могут сделать ВП. Пока мы видим в драках, Террорблейд абсолютно никакой пользы не приносит. Единственный герой, который сейчас хоть какой-то дэмэдж может наносить, это No One. И если его в драках нет, то единственный шанс для ВП — это просто убегать. Ну, в этой драке для ВП выиграл только товарищ на Enchantress. Паша там пришел, добил тамбу и ушел обратно. 125 заработал. Ну, хоть что-то, да. Ну, тавер проседает, и тавер придется давать. Ланема поймали. Ланем, надо тратить ультимейт на Лану. Убивают. Понимал, Нучик, что тут без ульта никак. Ну, обидный ульт, на самом деле. Обидный. Саппорт, который там особо ни на что не влияет. Какие-то фраги. Хотя, блин, парень 6 секунд по таверне сидел. Вот именно. А у тебя Соник, как бы, сколько там? 140 или 135, я не помню. Сколько у него там кулдаун? 135, вот так вот. Ничего себе. Ничего себе, я угадал. Ты знаешь просто. Нет, я угадал. Да, менеджер как бы все знает. Да, там... да, да, конечно, угадать. Все кулдаун, знаешь, квапы, на которые я в жизни никогда не играл, потому что это, там слишком много кнопок для моих кривых рук. Я прям все знаю, конечно. Я не люблю героев, на которых реально типа надо много нажимать и правильно нажимать. Я люблю героев, на которых можно нажимать меньше, а делать больше. То есть саппортов. Ну, или Рейс Кинг. Ну, есть Дизраптор, это исключение. Я очень люблю играть на этом герое. Рискинг не люблю, потому что много от тебя зависит, это керри, тебе бить надо. Я люблю дизраптором, я люблю покликать, правильные поставить. Не, вот я, блин, не любишь умирать. Я реально хорошо играю на дизрапторе. То есть я на всех героях играю ужасно, я реально хорошо играю на дизрапторе. Я не могу объяснить, почему. Это какой-то нонсенс. Я хорошо играю на дизрапторе и на бестмастере. Вот два героя, на которых я реально хорошо играю. Папарацци, если погибнет здесь, это. Это загул. Это реальный загул, это огромный шанс для ВП заработать сейчас хороших денег. Пошел Паша и застигнул. Итого, соло, ай, пятый по-прежнему, немного не хватило. Ну, мне как килл сорвал, 500 голды. Если бы Паша не пришел, я думаю, хватило. Да, кстати, вот если бы, ну, Паша тоже хотел тут немножко наживиться на таком фраге. Блин, игра сложная, нужно помогать друг другу, на самом деле. У Vici Gaming преимущество не такое уж большое, но вот начало игры, мы уже миллиард раз говорили о том, что в начале игры, ну, вы сами понимаете, все вот эти фраги, все вот эти киллы, все ганги, они на самом деле сильно много не приносят. И не стоит никогда там... We hear everything, пишет No One. Я так понимаю, они слышат комментаторов. Тебя. What's если все слышат. What's going on in this room? Окей, в какой-то там комнате. Help us, please. Просто нужна помощь сейчас. Просто-напросто надо заставить заткнуться некоторых людей, которые там, не знаю, где-то пьянка, которая происходит за углом. Ну, на самом деле, ты что думаешь, это просто так? Ну, Нунчик реально нервничает, потому что ты сидишь, а у тебя за стенкой, грубо говоря, мы же понимаем... Я знаю об этом. Мы же понимаем, что там, скорее всего, за стенкой это просто декорации, да, декорации обычно из чего делаются, там, да, из ДСП, я не знаю, из чего-то тонкого. И сразу на бэкстейдже сидит себе продакшн, и люди там веселятся. У них вот уже как вечер, у нас было там, на Бостоне, к примеру. Как у нас было на Бостоне, да. Там вообще забей, все весело. А как у нас было на Бостоне? Я там что-то слышал. Мы сидели все, перед вами же сразу. Сидели, да. Там же вообще рвань была, да. Там же вообще тотальная была рвань. Там сзади сидели и китайцы, и все вместе были. Да. И там вообще просто такой ширпотреб. Там такой движ происходил, вам сложно это объяснить. Ну, на Бостоне было мало места, что поделать. Жили как могли. Такая у нас пока пауза. Немного техничная, да? Техпроблем. Техническая пауза, да, действительно. Нужно подождать, ну, ничего поделать. Ну, такие технические проблемы, да, кто-то много разговаривает. Кто-то бухает на бэкстейдже, ну, чё. Ну, с кем не бывает. Мы ни в коем случае не наезжаем. Мы с уважением относимся к каждому, кто хочет сегодня подбухнуть. Но не дают. Все-таки. Пятница, вечер, Хэллоуин кто-то праздник. Последняя игра с сегодняшнего дня. Я могу сейчас сказать крутую историю из лифта, но не буду. Очередная. Реально. Мы ее слышали ранее или нет? Нет, вы не слышали, потому что она произошла прям только что, но я не буду рассказывать. Ты только что в лифте ехал? Да, недавно, ну между матчами. Но я не буду рассказывать, это выставит некоторых людей в некультурном свете, поэтому не хочу рассказывать историю из лифта. Это первая история про лифт, которую мы не услышим. Вот, да, это будет секретная история про лифт, которую я расскажу когда-то. Когда-то. Ну, да, там через пару дней, я думаю, мы ее услышим. Пару лет. Да, пару дней, в скобочках. Да.
Ну что, ждем мы, ждем, когда починят. Людей, которые шумят. Починят людей, которые шумят. Ну, вы сами понимаете, это нелегко сделать. Это довольно серьезный момент, как бы. Возможно, придется вызывать специалистов. Возможно, возможно. Тут ничего не скажешь. И такое бывает. На самом деле ситуация вот в игре, да, 3-8 счет, да, Лайфстиллер там делал пару киллов, но по сути-то это ну, не дает такого буста серьезного команде. Да, согласен, тут еще играть и играть и играть и играть, то есть тут только начало. Как бы мы видели, что один раз убили, задумали и все, привет, пока, уже не весело. Ну что ж, игра продолжается. Так, вот барабаны появляются на Enchantress. Паша с барабанами, это хорошо. Проблема на топ-тавере. Возможно, никто не придет на этот деф. Там слишком много и всего. И героев каких-то рядом. И крипов. Еще и скелетики появляются. Ну вот тебе в 4 инербисты и погнали. У нас появляется рандомный крипчик. Все хорошо. Толкаем линию, радуемся жизни, некра. Блин, на самом деле это очень крутой, крутое изменение, мне оно нравится. Это мне крутой баф, нравится, это да. Очень крутой баф. Реально, героя сделали намного веселее. Веселее, вот в первую очередь. Я не говорю, что это полезнее, я говорю, просто веселее. И за этим прикольно наблюдать. Нет, ну он-то на самом деле там для кого-то клинкса и прочее-прочее намного полезнее стал все же. Да. Так, Фенрир видит Солыча, 6-й левел Солыч. Тут же Рамзес пришел, Рамзес 9. Рамзес, мы видим, подтянулся вот к Нуану. 200 голды, там между ними разница. Ори 3800, тут с Пашей наравне идет. Ори тоже начинает понемножку зарабатывать. Вот 1400 голды преимущество у Vici Gaming. Игра успокоилась. Это, по-моему, в плюс для команды Virtus.pro. Да, для ВВ это хороший шанс. Я же вот говорю, что вот этого Гулю смогут спокойно кайти далее. Но он себе, смотри, решил дезолятор выфармить. Он, видимо, сейчас просчитывает на какие-то хорошие выходы против Террорблейда также. Да, да. Здание, во-первых, надо бить. Лила и Пашу. Пашу очень хочется убивать через просто за один рейдж. А Паша будет очень больно. Паша по дизолям он будет рассыпаться. Папарацци очень... О, куда? Далеко, дружище? Он супер наглеет. Он понимает, что рядом команда. Рядом вон он бисмастер, у которого появился там. Оп! И минус лил. Вот так вот. Рор. И теперь папарацци никого не боится. Два удара. Папарацци теперь вообще никого не боится. Вот они некрономиконы. А пока первого уровня. Вот он, Урсач, внезапно появившийся. Паша просто убегает. А сколько действует Урсач по времени? Приблизительно. 45 секунд где-то, да, в сумме? Ну, вот примерно так. Да, окей. Хорошо. Ну, для пуша сгодится. Да, конечно. Тем более, что, блин, стоит он очень дешево. И, окей. Ой-ой-ой, минус соло тут должен быть. Да. Боже, как они быстро заканчиваются. Стриют. Не ожидал. Да, и эти два тавра заберут сейчас Вичи. 10-3 в их пользу. И на мидл дали, смотри. Да. Медалька появляется у Лила. Неплохо, но пока в драке не получается какие-то там... Плохо, на самом деле. Серьезные это заходить. Этого мало, мало. Нужно больше импакта от Нунчика. Нужно как-то в драке, чтобы Нунчик пытался поднарезать. Но как это сделать, непонятно. Нужны итемы какие-то еще. Плюс ему. Так, уже половина дезолятора есть. Для лайфстиллера тут же собираются в центре Вичи. Следующий тавер, вот он. И очень быстро будут его забирать. Да, уже половина тавера нет. ВП пойдут ли в деф? Нет, не пойдут. Тут Лил выходит в спину. Лила видели. Либо не видели. Так, каски пошли. Eleven. Все, сразу размансили. Так, выход на Ланема. Ланема должен быть больно. Лил получает ультимейт сразу же. Лилу очень больно. Лил ничего не сможет сделать. Рассыпается. Ланем. Ланем отшотный. Ланема забрали. А как-то папарацци. Можно почистить? Нет. Ори. Хорошо, минус 2. Даблкил. Нуван. Вот включение первое. Папарацци задумали. Не смог много дэмэджа нанести. Успел Лил сделать. Ульта просто на миллион. Да, по всем. По всем зашла ульта, хорошая позиция. Ну, Вичи как бы, знаешь, как сами бы это банально не выглядело, но они просто вышли все в лицо, словив Соник. Да, так, вот он, кентавр. Здорово, Рит Элевен, нарал на Пашу, да ладно. А продолжение какое стан будет? Стан по Паше, что дальше? А папарацци не может. Папарацци похилил Ланем, есть еще типа ничего себе, они дефят на самом деле.
по одному, но все очень четко делают. Блин, класс. По итогу Тавр добит командой Radiant. Они его дефали, но не задонайли. Ну, хоть героя мне отдали. На том спасибо. Да, это уже круче. Смотрим теперь дефенс от ВП. Выглядит он где-то вот так. Да, падает Т2. То есть его 0. Его 0. Ну и на Т2 будет дефенс. На Т2 должен быть дефенс. Это вот единственный... Дума нет. Лил цепляют. Скорее всего, так. Так, ульта паришена. Лил заходит, но будет жить. Заходит, но будет жить. Все-таки Лил за счет того, что есть у него Ice Armor, за счет того, что он да очень ХП плотный. Много у него. Да-да-да, может жить. Сплитпуш от ВП, но ТП-шится уже сюда Пашка. Да, ну пока далековато пошли находится. Пошли касочки. Только на One. Между собой хорошо стали вдвоем. Сразу же. Получили серьезный стан. Ну и Нун пытается сплитить, как бы. Тут вариантов особо не остается. Когда такая ситуация на карте, что я... Просто пока нет особых выходов для тех драк. Так, а вот это уже серьезно. А Егис для Вичи. И возможность пойти далее агрессивнее. Но пока пушить. Нет Егиса для Вичи соло. Так, кабанчик. Переманил Лил, говорит, спасибо за крипа, что ты мне его привел, Eleven. Там полетает каски дальше. Папарацци. Папарацци видят его. Папарацци сгрызает крипа. Нет, Рошан его там добил. Так, соло проблемы. У соло проблемы. Папарацци будет ли тратить рейдж на соло? Не хочется. Не хочется тратить. Там тем временем нарал на кого-то бисмастер. Цепляет соло. Папарацци пытается его сгрызть. Минус соло. Соло не сможет ничего сделать. Да, минус. Здесь тем временем поймали Пашу. Тамба стоит. Паша пытается уйти. Паша на Нечестенд сработает на него. Пока бить его очень сложно. Паша дальше живет. Топоры. Паша! Паша погибает только сейчас. Ульта Паришина по Лилу. Лил вынужден уйти. Ну и можно вернуться в Рошпит. Параллельно грязь делает Рамзес. Да, Рамзес и Нолван хорошо отпушивают линию. Посмотрите, он топик крипы уже возле Т2. Тем временем Рамзес хорошо отпушил. Так, Нолван, попытка забрать олд Элевена. Элевен отпрыгивает. Ну, не кры, не кры, не кры. Бьют дальше Нолвана. Разбирались с ними, все нормально. Лил едва живой, горит Лил. Прыгает Нолван на Ланема. Ланема можно забрать Ланем. Дальше танцует. Ну, тут Ланем пытается. Ланема больно, очень живет. Нет, не Динайли. Живет. Динайли. Хорошо. Красавчики. Просто красавчики. Eleven убил Лила в итоге там. И Фенрир за Динайли Ланема. Вичи ну, классно хорошо. Играет. Здесь, да. Здесь бесспорно хорошо было сыграно. Но преимущество все равно маленькое. А в том же, смотри, в той же ситуации, если так подумать, ВП не отдали Рошана. Да, то есть ВП свою работу сделали. Плюс Рамзес пушил линию, как бы там. Да, да, да. Крипы очень далеко ушли. Квапа догнала уже по фарму, по парации. И мы видим, так он, что Рамзес... Смотри, сколько баунти забрал. Да, все. Четыре баунти забрал. Собирает, собирает капусту на One. Это хорошо. Яул есть. Линка на подходе. Линка хорошо против бестмастера must have. Eleven. Eleven в соло пытается убить. Так, кентавр. Зачинить. Будет еще подстанчик. А можно убить? Браво. И он убивает. Нет. Йо-йо-йо, Рамзесик! Ценою в свою жизнь. Рамзес! Но One ему должен пиво, на самом деле, сейчас за это. Ну, нет, не пиво, Рамзику нельзя пока, но что-то другое. На будущее. Да, кваса. А, на самом деле, ты понимаешь, насколько по-доброму он все сделал и классно, но он не ожидал сейчас увидеть этот Ice Blast. Ice Blast был крайне неожиданностью ух здесь. Ух ты, ё-моё. Вот это супер неприятный момент. Рошан падает, Рамзес погиб. Ну, наверное, лучше бы, чтобы погиб... А нет, не лучше, не лучше. Лучше бы, наверное, Квапа погибала, чем Рамзес. Но Рошана в любом случае отдают сейчас Virtus.pro. И преимущество прыгает выше 3000 плюс. А Aegis появляется у команды Vici Gaming. И это выход далее на Тауэр, скорее да, всего. Да, 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 давить не думать. Ван, ну вот пытается максимально засплитить. Тут вновь приходит его старый друг на бестмастере. Этот Old Eleven. Ну Ван уже знает, что происходит, когда к тебе приходит Old Eleven. Нужна Линкенсфера. Очень нужна Линкенсфера, без Линкенсферы сложно. Папарацци ну, убил соло, там соло как-то... Ну, бывает, это ну, фестбомба была. Вижна не было никакого, просто тем более. Просто фестбомба, да, да, так что нечему удивляться. Легкий фраг, на самом деле ничего он не дает. Нужно сплитить ВП. Нужно сплитить, нужно максимально растягивать соперника по линиям. Ну, и... Ван этим занимается как может. Да. Постоянно, уже и на миде, уже, смотри, на бот уходит. Тут небольшой Никей влетает. Еще рунку забирает себе. Хорошо. Две рунки. Так, ну тут еще и неплохие стаки есть. Ну, он пытается как-то вот максимально сейчас реализовать свою квапу, поскольку у соперника есть возможность там где-то отпушивать линию, он далеко. Он, в свою очередь, также отпушивает.
Ну что, будет ли Defense Tower? Да, вряд ли. Поймать соло. Соло через ультимейт пака минус соло. Хорошо. Поймали опять соло далеко. Сплит-пуш идет от ВП. Они будут Т2 на Т2 менять. А и... поменяют ли? Да, они быстрее заберут. Да, тут тоже серьезно. Но Т2 в миде еще убитый. Падает. Вот проблема. И придется возвращаться в Виртуспел. Да, папарацци с изолятором очень больно бьет вышки. Да, действительно, демонтирует здание. Он уже вообще... половины вышки не смотрит. Тут еще катапульта, да. Еще тиммейты подходят. Да, это плюс 2 тавера в копилку Вичи. Еще 2 тычки. Даже одной хватает папарацци. Очень много урона у него сейчас есть. Ну и что Дарья будут делать? Есть Аегис. Надо реализовать как-то правильно. Все здания, по сути, позабирали. И, кажись, очевидной целью является заход на хайграунд. Но не рановато ли? 22 минута. Рановато. И да, сложно будет зайти. То есть ты не можешь пикофнуть какого-то условного соло где-то там далеко, потому что он будет стоять уже на ХГ, если ты будешь идти к нему на Т3. Хотя соло надо подыварить, понятно. Сам часто подставляется. Поймали Рамзеса. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, УВП проблема. А вот теперь идти нужно. Вот теперь нужно идти, но далеко все остальные, посмотри, там на боте. На боте трое. И не пойдут здесь, не пойдут. Паша. Работает. Кабана переманил, надо бы засловить. Засловил. И погнать. Нет, 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 все. Тут еще некрономиконы мешают. Не так легко это сделать. Ух ты ж, классно исполняет Вичи Гейминг, и надо ВП как-то выпутываться из этой ситуации. Ну, Рамзес очень часто отправляется в таверну. Ори, успеет ли задумить его? Нет. Да, Рамзеса поймали 2-1 раз, он сам себя поймал на самом деле. Ну, его поймали, конечно, в лесу очень классно. Бисмастер делает дела. Бисмастер дает просто шикарный матч. Вообще, Eleven играет классно в этой серии. Да, и в первом матче. Блин, Вичи Гейминг вообще должны были быть уже в лузерах, если бы OG не закинули. Да, возможно. А Вичи Гейминг сейчас в шаге от того, чтобы завтра в финале Винро играть против Ликвид. То есть быть уже минимум в топ-3 минора. Сработать очки. Первые для себя рейтинговые очки. Разминули соло, как здесь, посмотри. Повезло соло. Совпало тогда. Он сейчас соло... Нет, 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 не подставится. Тут соло он уже наумирал на всю игру. Можно не подставляться далее так. Так, ну у Ивана есть линка, это хорошо. Здесь же Лил. Какая-то контринициация будет ли? Это инфест-бомба. Ори. Не находит никого здесь. Ну ладно, далеко. Еще есть блинк у него, да. Не подловить квапу. Отпушивают хорошо. Отпушивают реально хорошо ВП. У соперника есть Аегис. И он с ним ничего не может сделать. Да, может быть, и не рассчитывали. В то же время. Я не видел еще. Spirit Vessel я еще ни разу не видел. Да ладно. Не видел? Серьезно? Нет, простую урну видел. Даже сегодня собирали уже. А, ну это в матче, который до этого у нас был, где Virtus проиграли. Там был уже Spirit Vessel. Хорошая вещь. В очередной раз. Ну вот, Terror Blade, конечно, его просто сметают вообще. Под сайленсом он ничего не может, да. И вот пока у него не появятся какие-то итемы на статы, пока у него не будут таланты и прочее, 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 он будет продолжать так умирать. К сожалению, для ВП это будет продолжаться часто, если он так будет выходить один. Но по-другому никак здесь не сыграть. Ну, ван. Dream Coil порвал. 2 секунды до блинка. Ну, уже дали не словить его никак. Да, его видят. Там Орел пролетал. Что задумал, что задумал. Видят по-прежнему его. Видят. И... блинка. Юл. Ультимейт от Элевена. Сайленс, хороший сайленс. Даже без ультимейта. Как же они рассыпаются. Под минус армором. Да. Минус армор плюс хороший атак спид за счет бестмастера. Там Solar Crest еще. Там да, Solar еще Crest, и соляр. Там просто минус 50 армора и сложно что-либо сделать. 7000 преимущества. А Егис закончился. Да. Ну ничего, видимо, они забирают Егис для того, чтобы дали там какой-то да, сыр еще. Да, они реализовали больше, чем надо раз. Так что все хорошо. Ну да, по сути. Тут ВП на самом деле и отдавались. Тут в таких выходах опасных для себя. На вражеской стороне, без вижена, без ничего. На топе тем временем Паша также пытается подпушить. Ну вот и это, за Пашей это, наверное, единственный правильный мув. Сейчас пытаться сплитить как-то ВП. Блинк, сайленс, минус Паша. Вот против НЧ как хорошо работает. А сейчас закончится, кстати, и уже не добьешь. И уж... А, ну есть рейдж, есть рейдж. Ну, добьют его здесь. Давай бежать, пак будет прыгать. Ну, вот так вот. И за рейдж убивает. Через Dream Coil всегда можно забирать. У тебя классный герой, но вот лайфстиллер и условный джиггернаут против нее, конечно, просто божат. Ты ничего не можешь сделать. Тачабл не работает так, как должен работать. И это огромная проблема. Да, ну мы видим, что и у Рамзеса проблемы против пака, и у Enchantress против лайфстиллера. То есть пока вот эти вот контрпики от Вичи работают на все 100%.
Да, 15 тысяч нетворса уже у папарацци. Блиндагер купил 11. Ух, Блиндагер, третий не край. Это ж, такого рейнджа можно ловить. Это впрыгивает он. Там сразу же есть лайфстиллер. Есть чем сбивать линку. Там уже нунчик. Да. Так что погнали. Главное ловить. Очень мобильный сейчас. Очень мобильный Вичи. Слушай, мне этот бисмастер начинает нравиться. Ну, он очень силен. Да, прям полезный герой. Я думаю, мы чаще будем его видеть. Если он реально полезен. Пока он в банах постоянно. Ну да. Тут отдали, и вот получайте. Eleven, конечно, показывает. Хорошо. Да, он хорошо исполняет на нем. Так, ну и вот... О, хорошо, хорошо. Virtus.pro в смоках. Попытка выйти на соперника. Вижу, никакого нет. Ну вот на топе увидели зеленого. Это пак. Тут же Фенрир. Можно поймать. Центрики ставят так, врыв на Ланэм, Ланэм. Фраг на Ланэме, еще и зафармить тамбу можно. Eleven будет контринициировать. Eleven с блинка прыгает. Eleven в Рамзеса. Моментально может быть минус. Рамзеса фростатнули. Рамзес успеет ли что-то сделать? Не успеет. Рамзес, но Ори в думе. Ори должен умирать. Хотя уходит Ори. Там попадает снова даблкил. Да, ну и Ори, даже если умрет, его задинает. Хотя... Фенрир. Эх, ну, попадает, сделал триплкил. И Лил остается единственный в живых. Тэп-аут отсюда сделает Илья. Атосом дал вдогон. Напоследок, да. Стой, Ори, стой, гад! Куда ты улетаешь? Постой на базе немного. ВП? Попытались. Они попытались, ну, это реально был самый лучший вариант для ВП сейчас. Ну, Нунчик понимает, что, скорее всего, завтра так же, как и на прошлом Дотапите. Повторяется история ВП. На прошлом Дотапите они выиграли первый раунд. Во втором раунде в полуфинале они проиграли, упали в лузера. Но там они пали жертвой Блэка и проиграли они ту игру. Faceless плохо выступили. Ну, сейчас есть вероятность, что они тоже упадут в сетку лузеров, потому что они потеряли уже мид. Ну да, и самое главное, что у героев Virtus.pro особо-то ничего и нет. Если вот так вот посмотреть, да, там есть Solar Crest, ну, Дума, но более так, ничего. У ВП в лузерах будет весело. Даже если они упадут в лузера, они сыграют с победителем матча корейцы против бразильцев. Oh. Ух, Immortals. Да, либо SGS. Думаю, скорее всего, там Immortals. Это завтра, кстати, по-моему, первый матч дня. В час дня по Киеву, 2 по Москве. Да, SG против Immortals. Потом OG Fnatic. И ВП будет играть, если проиграет здесь. Ну, кто проиграет здесь, будет играть с победителем пары SG Immortals. Это будет круто. Best of 1. Best of 1, да, самое главное. Best of 1 против корейцев, это прям суицид какой-то. На самом деле. Это страшно. Да, это реально суицид. Просто Best of 1 против корейцев играть. Ты что, рофлишь? Которые там берут какого-то... Некрономикон левел 1, кстати. Баунти Хантера своего. Я думал, он грейданул его, он у него левел 1, хватает. Ну ладно. Ну да, я тоже смотрю, что он что-то там не играет. Маленькие некрочи постоянно бегают у него. Некрочи сейчас переделали их немножечко. Не, немножечко, на самом деле. Ну да, там статы другие пошли теперь. Может, там... не имеет смысла. Не знаю, как-то с этим надо еще разбираться. Жду видео НС. Без видео НС не могу разобраться. Все, без видео не можешь. НС, где видео о героях? Ты обещал. Был Дред, где... Что там у Дреда было? Стрим. Дред, где стрим? Факер, да. Где фильм? НС, где видео про героев и про шмотки? НСыч. Пожалуйста, если вы не смотрели первое просто видео будет, будет как патч, всегда. Зайдите посмотреть. Он выпустит видео, и выходит патч, который меняет все. Половину героев, да. Ну, ты же понимаешь, что это же профит. Можно выпустить еще одно видео. Да? Да? Ребят, параллельно на канале Dota 2 Рука прямо сейчас. Финал виноров СНГ квалификации на Captain's Draft Minor. Там Vega против Empire играет. Очень интересно. Это я вам сразу говорю, потому что... Паша погибает. Скажу честно, мне кажется, что эта игра близится к своему завершению. Все к этому идет. Ой-ой-ой, поймали Солыча, легкий мин. Боже, под Solar Crest'ом. Да, это очень, это крайне неприятно. Супер больно. Станет за две тычки отправляться в таверну. От Бестмастера. От Бестмастера, да. И такое бывает. Это, конечно, рвань. Даже, да, Рошан сейчас в Вичи Гейминг. Еще и рунки можно пособирать. Сейчас, да, там уже и Рошан должен появиться. Он на своем месте. Проверят ли его сейчас Вичи. Отпушивают линии по максимуму пока. Там нужно бот задефать. Так, ну и Ланэм вместе с Ори. Нашли, тут стоят варды. Под вардами, да. Есть центрик. Пытается сплитить ВП. 13 тысяч, а не проигрывает. 31 минута.
Мы видим, как сложно дается игра, и пытается сплитпушить. Дело в том, что очень быстро умирают герои. И единственный, кто пока хоть как-то может жить, это действительно No One, но уже есть чем забивать Линкин сферы. И то за счет просто блинка. Да. С того, что может отблинкаться в правильный момент. Так, мы затихли, Вичи. Конечно, они должны сейчас, по идее, уже стягиваться ближе к Рошпиту, забирать два артефакта. Ну и пытаться решить ситуацию в этой игре. И вот попытки, постоянные попытки от ВП отпушить топ, отпушить бот, а, заставить центр толкнуть. Да. Так ВП все правильно. Они, может быть, ждут свои возможности, когда, когда можно будет зайти, например, в Рошпит, там, я не знаю, и попытаться поконтестить Рошана, как-то на нем выиграть замес. Ну, вот что-то такое придумать. Сложно это сделать, но нет ничего невозможного. Ну, пока соперник не идет, это хорошо. В РМЗС есть возможность лишний раз где-то подпушить, где-то подфармить. Так, тут уже и пак берет. 20 уровень. Так. РМЗС. Ну, это без шансов. Очень, очень больно. За время стана вот так вот погибать. Очень неприкольно. Да. Знаешь, сплитить невозможно. А вдвоем так. Ну вот можно убить Ланема очень быстро. Ланем пытается его еще и сейвить Фенрир. Тамбу поставил. Стоит плюс отойти. Деньги. Ой-ой-ой, две тамбы. Плохо. Соло умер. Две это тамбы. Да. Две тамбы размен. Плохо. Одна тамба хорошо, две тамбы плохо. Две тамбы это очень мощно. Да. Там нереальное замедление. Такие персонажи, как вот, например, Соло. На ВИЧ-докторе никуда не уходит. Да. Некое подобие того, что есть у Варлока. После смерти спаунит голема. Здесь же у нас тамба появляется после смерти. Очень быстро. Очень быстро падает Рошанчик. И идти на верхнюю линию. Потому что нижнюю там сплитит на One. Ну да. Занимается Вова. Все правильно делает. Но вот сейчас придется отбиваться, скорее всего. Если не будут дальше тянуть Вичи. Тянуть нет смысла. Вот сейчас они получили, в принципе, все, что надо. Они получили преимущество, они получили все нужные артефакты. И они получили Аегис, что самое главное. Это была попытка засловить Нована здесь. Дримкойл по-прежнему висит. Блинкаут, но Нован просто улетает. Здесь никак его не подловить, слишком далеко он ушел. Не срослось здесь вот этими попытками. Поймать, что ставит вард, прям как против Тинкера. Хотят максимально сейчас аккуратно сыграть, ставить соперника и закончить игру. Так, Eleven. Сосил 24-й левел у Eleven, конечно, на 33-й минуте, это просто космос какой-то. Значит, нам 25-й брать. Ой-ой-ой, Лил. Ну, это минус Лил, тут два, без шансов. 3, 4. Пак прыгает, сайленс на Нончика, No One, Мансит и уходит отсюда. Фиксации нет, дали его словить. Да. Нереально было, уже потрачен был Рор. Основной скилл, счет которого можно убивать любого здесь. Ну и там РМЗС отпушивает топ. Да, вот неприятно, неприятно. Все линии подпушиваются постоянно. No One впрыгивает за Ланемом. Ланем пошел за Фанас. Сбили линку, сайленс. Осторожно, No One пошел. Дэмэдж по Фенриру летает в Еули. Сейчас РМЗС много времени потерял. Ланема надо добить. Добили ультимейтом. Минус Ланем. Ну, хорошо. Неплохо ворвались. Остальные поразбегались. Могли еще Фенрира зацепить. Попраться. Фенрира. Там Фенрира, кстати, погнал No One. Он, посмотри, куда он его гонит вообще. На базу? Но он... No One, можно... Блинкаться будет на хэгграм, что ли? Не, Фенрир не так. Да. Да, даблкилл. Хорошо, РМЗС, сори, пошел замес, папарацци рядом. РМЗС сейчас будет больно. РМЗС сейчас будет больно, он пытается сделать тп-аут. Ну вот, много а нечем сбить. Помогает, да. Нечем сбить телепорт. Хороший мув, стрит. Двух героев убить, что он делает? Телепорт ТП, покупать ТП, идет, да. ТП. Ну вот это... Улетает. Я уже думал, он как Эмми. Короче, Вичи... Вичи, имея преимущество во всем... При наличии Аегиса, Сыра, теряют двоих? Что-то здесь явно пошло не по плану. Да, не вовремя они собрались, неправильно сделали то, что должны были сделать, и в итоге были за это наказаны. Нельзя так наглеть, ребятки. Ну и вот он, сплитпуш. Постоянный. Перманентный от ВП. Ну что ж, Паша попытается забрать здесь тавр. Там Айсбласт пошел попараться в сайленс. Это просто на морозе бьет. На морозе, так. Ну, через это он бить не умеет. Там наверх все равно бьет. Сплитпуш закончился. РМЗС с Пашей пушили. Таврок быстро падает. Ой, соло. Минус соло. К сожалению, ничего не может сделать. Тавр здесь жив. Папарацци.
Соло Паша, два бэйбэка по парации, ну, вот, в крипа? А крипа побить? И угнал крипа просто. И забили бить крипа, на хайграунд никто не хочет. На хайграунд никто не хочет идти туда. Так, тут Рамзес отзвонил Фенрира, но Фенрира тут и не надо быть по парации, может сейчас потерять Аегис. Да он, видимо... Но нет, не хочет, 33 армора, говорит, ребятки, давайте. С 33 арморами я готов, ой-ой-ой. Вот он Весель так вот захиливает, Спирит Весель. Вообще, помимо этого, дает реген. Это просто жесть. 1% максимального ХП. Да, там все регены работают намного лучше. Еще одна попытка в аппарате выйти. Очень много ХП. Так. Ел, хорош форстап. Хорош форстап, может быть далеко. Еще форстап. Все, браво. Не словили его. Браво, неплохо. Теперь как-то бы подефиться. Забрали Т3. Ну, и что дальше? Ну, только тавр упал, и все. Папарацци получил каску. Ну, блин, тавр упал, это такое для Вичи Гейминг сейчас. Это ничего не решает сейчас. Давно тавра под Линуан поймали, тоже форстав. Он на развороте, Линку сбили папарацци. Пошли вот эти стояния, пошли эти Линкин сферы. Папарацци вновь с линками, да? Начинается прошлая игра. Да. Типа, ребятки, ну давайте, давайте цепанить меня. 25-й левел, он раньше получил, чем кто-либо на карте 25-й. Ори возвращается, на бот летит. Так, вот драка пошла, но Увана засейвили. Боже, ну Уван, конечно, супер на лоу выжил. Вот больно лайфстилеру, заканчивается рейч, все. Ну, рейч еще должен закончиться, да, есть еще соул рип, есть подхил. Мы понимаем, что контринициация будет в любом случае, пак впрыгнет. Янг Элевен впрыгнет, и форму Рамзеса уже переждали. Сайленс по Рамзесу, и уходят обратно. Нормально. Остались? Рамзес живет, попараться далеко попараться, можно убивать. Да, убили первый раз. И теперь второй раз как-то отзонить надо. Ну, ладно, надо как-то постараться, чтобы... Почему там Буни ставят? Ультапарата. Рамзес получает ультапарата. И Рамзес умирает. Надо делать байбек. У него не будет формы. Он сделал байбек. Лил стоит в сайленсе. Там Буни нельзя убить. Лил проблемы огромные. Лил форстав живет. И теперь бит здание. Линку сбили. Ланем. Башка. Сложно бить. На развороте просто пытается разобраться. Смотри. Ультимейт, такой просто прогнать. Урона особо не чувствую здесь. Ну, здание живы. Самое главное. Паша, можно цепануть Ланема. Ланема должны убивать. Ланем погибает, появляется тамба. Ори, сайленс по двоим. У Лила проблемы огромные. Лил, форстав на хайграунд. Живет Лил. Ори его дальше расстреливает. На орали тем временем на Рамзес после байбека. Рамзес! Минус Рамзес. 80 секунд его не будет. Соло. Добить соло. Добьют ли его? Соло. И два живых. Ори сейчас может умереть. Ори может умереть. Ультапарат. Или блинкаут. Блинкаут есть у него. Да, все нормально. Минус Нован без байбека тоже. И это... ГГ. ГГ. Вичи Гейминг задавили команду Virtus.pro и выиграли эту серию со счетом 2-0. Мы поздравляем Вичи. Они зарабатывают первые очки для своей организации, для себя в зачет Dota 2 Pro Circuit. Они минимум третьи. Здесь не так, как было на PGL, не так, как было на ESL и на StarLadder. Здесь нет третьего и четвертого места. Здесь конкретно есть третье и четвертое. Разные очки за третье и четвертое даются. За четвертое меньше. Понятное дело, за третье побольше. Ну, поздравляем Вичи. Вичи молодцы, а Virtus.pro придется бороться. Придется бороться, если они хотят добраться и поиграть еще в этом новом патче. Ну, чувствуется уверенность от Вичи здесь. Да. Вот с тем же антимагом, да, если его вспомнить, вот там таланты и прочее. Вот мы там обсуждали тоже, почему не банят, почему вот так вот взяли. Ну, уверены в себе, и здесь также уверены в себе. Вот хороший пик. Тот же Undying хорошо себя показал. Классное исполнение, на самом деле. Много воровал силы у соперников. Вот, там, пример вот Вичдока. Undying выиграл! Да, Undying выиграл. Значит, таки может. Может. Если может. Попросить, хорошо. И антимаг против Сикера может. Может, да. Ты посмотри, все против всех выигрывают. Против Enchantress выигрывают, оказывается, игры. Все может быть. Блин, Бисмастер мне прям очень понравился. Силен, он очень силен, да. Этот плюс один крип, который многое меняет. Да. Ну, всем 21-6 папарацци. 20 фрагов. Он бы и больше убил, если бы не было форстафов. Ну, наверное, да. Наверное, да. Так,